Всем привет, это Рован, и мы сегодня поиграем в игру, в стимовскую опять игру под названием, в переводе на русский, «Небо родился». Итак, погнали. Я, конечно, не знаю, может перевод совсем другой, но как-то так. Или может «Небо родился». Ну, значит, вот нам расскажут всю историю. Угу, значит, кто там работает. Угу, диалоги, я думаю, мы не будем читать. И опять же, хоть это такая пиксельная игра, нам не дают опять нормально даже поиграть в начале. Сначала предыстория, долгая предыстория, там что-то она злится. Все. А, все? Ага. Мне стрел... А, ладно. Придется управлять мышкой, не? Начать все видео, что ли? Я не понял. Ладно, что? Подскажите, что делать, люди добрые? Видимо, ничего. Ты чё? Дадут поиграть-то или нет? А, вот, так кажется. Да ладно, я могу... Нормально, чё? Управление — это всегда хорошо. Лучше поздно, чем никогда. Так, что теперь надо делать? Сейчас с ним поговорить, да? Хорошо, тут же ничего нету. Так что, куда нам? Наверх? Все такое пиксельное. Все как в приставке за 1000 рублей. На то время где-то, может, в 2000, ну... Допустим, в 2009 там была какая-то приставочка, там много игр, около... 100, да, кажется, 100 игр. И там именно была такая классная пиксельная игра про... Нет, про Робокоп, вот. Думал, там про какого-то убийцу, не. Там была про Робокопа. И там тоже ты как бы ходишь и убиваешь людей, если они, конечно, первыми не убьют тебя. И меня не все время убивали. Так. Так я не понял прикола, что делать-то. Ну, и кьюб. Да. Что я делаю, я не понимаю, что я делаю. А, стоять. Все ясно. Ну, тут нечего, да? Жалко... А, нет, можно стрелочками управлять. Я же хотел сказать то, что жалко то, что нельзя управление стрелочками назначить. А нет, можно. Левел 2. Неужели? Так. С дверьми ничего тоже нельзя сделать. Еще это напоминает немного совсем отдаленную игру. South Park The Stick of Turn, вот. Тоже чем-то отдаленно напоминает. Так, в дверь. В дверь. В дверь, говорю, заходим, вот. А? Как мне туда войти? А я хочу туда войти. Не, не получится, может его сначала надо убить.
Ну и купим. Окей. Так, купили, все хорошо. Уходим. Я бы хотел туда войти, но туда нельзя идти. Ладно. Ой. И причем такое же управление, ты как подходишь и бьешь. И что тебе как бы это? Ага. Причем тоже похожее управление, как South Park The Stick of Turn. Давайте. Attack. Давайте гвардинг. О, еще один. Че, в смысле, все они уходят? Так легко? Ну ладно. Ну, может, все же туда можно как-то пройти, не? К сожалению, нельзя. Ну хорошо. И туда, видимо, тоже. Ну ладно, что получится маленький обзор этой игры. Че, тоже хорошо. Так, и все же. Ага, там же дверь открыта, хорошо. Как мне туда попасть? Видимо, опять же, через это здание, не? Здорово, здорово. Айтем. Может, так ремикс сделать? Не. Документы, документы, документы. Нет. А чё, никак нельзя там перепрыгнуть как бы через... Не? Не получится? Да, не получится. Я уж хотел нажать на Enter. Вроде бы как во всех играх так можно. Но только не в этой. Эх, ладно, не получится забрать. Ну тогда что на этом всё? Это был обзор этой игры. Всем удачи и пока. Я что, можете ее купить? Не знаю, сколько она стоит, я не проверял. Я просто ее получил бесплатно. А каким способом, вы узнаете, если поставить тут 5 лайков. Да, все, всем пока.